очень часто задают вопрос, какие выполняют эффективные упражнения для гибкости, для растяжки, там, как тянуться. Да? На самом деле это очень, очень важно, такой очень важный аспект боевых искусств вообще в спорте, разминка, специальные упражнения для гибкости, они очень важны. Потому что если мы не растянуты, не подготовлены к определенной работе, у нас и травмы, и определенный дискомфорт, и вообще это неправильно, да, то есть работать неподготовленным, не растянутым и так далее. Тем более в боевых искусствах, тем более в муай-тай, выполняется сложный координационный удар, очень сильные, мощные удары ногами, руками там, и так далее, да, технические действия, поэтому без гибкости никак. Поэтому я вот сейчас выбрал такие самые необходимые и эффективные упражнения для того, чтобы вы хорошенько могли тянуться, растягиваться, выполнять свою работу на пределе своих возможностей. В отличие, допустим, от других единоборств, там, допустим, от ушу, да, от ну, других спортивных видов, там, как художественная гимнастика, спортивная гимнастика, в единоборствах, в том числе муай-тай, нету каких-то специфических акцентов на гибкости. То есть нам не надо иметь там отрицательные шпагаты там, и так далее. Но очень важно, чтобы вы выполняли элементарные упражнения для гибкости, очень уверенно себя чувствовали, и тогда будет все хорошо. Итак, давайте начнем. Значит, сели. Нам надо не просто ноги растянуть, да, вот, а надо полностью все тело, все туловище, все суставы. Так далее. Садимся по-турецки. Спину ровно, расслабленно. Начнем с мышцы. Берем рукой вот так голову. Рукой, да, медленно вот так вот тянем мышцы шеи, очень аккуратно, спокойно, не торопясь, тянем в правую сторону. Легко, спокойно, хорошо. Еще ниже, ниже. И немножко вперед. Немножко вперед. Так. Медленно, медленно. Очень медленно, спокойно. Хорошо, закончили. Теперь поменяли руки. Другой рукой, другую сторону, медленно. Спину расслаблено. Не стараемся отрываться от пола. Так. Легко сидим, спокойно. Потянем. И чуть-чуть вперед. Чуть-чуть вперед. Легко, спокойно. Хорошо, закончили. Теперь руки на замок. Так, за голову, на затылок. И вниз тянем. При этом спина расслаблена. Тянем полностью все вот мышцы шеи. Очень чуть-чуть выше и тянем вниз. Не надо сильно давить. Так легко, легко, легко. Хорошо, закончили. Теперь берем так вот, подбородок ладонями, да, и тянем вверх. Медленно, вверх. Все выполняйте очень плавно, спокойно. Хорошо, закончили. Теперь руки вот сложили вот так. Вместе вот так. Стараемся не раскрывать ладони. И вот с этого положения тянем вот так вниз руки, вниз опускаем. При этом не раскрываем. Еще максимально ниже. Хорошо. Отлично. Мы тянем сейчас кистью руки. И влево-право медленно. В одну сторону, в другую сторону. Кистью рук. Хорошо. Влево, вправо. Теперь вниз опустили. Вот все, можно стоя, сидя делать. Ну, плечи расслабили. И тянем вверх до подбородка. Пальцы рук смотрят вниз. Чем выше, голову выше. Голову не опускаем. Расслаблены. Плечи расслаблены. Да. Только кисти рук. И вот так вытягиваем. Не раскрываем. Хорошо, закончили. Встряхнули. Руки на замок. Тянемся вверх. При этом спина прямая. Прямо-прямо, да, вытягиваем. Хорошо. И медленно, не отрываясь от пола, медленно, за руками, наклоняемся в левую сторону. Еще ниже, ниже, да. Нам надо хорошенько сейчас вот полностью руки, спину растянуть. Вверх, плечи. И в другую сторону. Спина должна быть ровненько. Ни в коем случае не торопитесь. Вверх. Значит, туловище ровно опустили, голову вниз, спину округляем, руки вперед, тянемся за руками вперед. Вперед не наклоняемся. Туловище ровно. Спину округлили. Вот так вот, да. Вот такое положение. Закончили. Следующее упражнение. Левую руку в сторону. Вот так, да. Вот так ладошки положили. Значит, не отрываться. Локоть вниз. Медленно с этого положения. Вот так, да. Другую правую руку вверх. Ладони вот так вот, спину ровно.
И тянемся в сторону, да, за руками. Спину ровно, голову выше. Локоть вниз к полу. Хорошо. Руку расслабим. Вот так. Хорошо, закончим. В другую сторону. Медленно. Правую руку в сторону. То же самое. Локоть вниз, левую руку вверх. Рука расслаблена, но вытягивается. Не наваливаемся. Понятно, да? Вот так руку вперед, голову выше еще. Тут нельзя проваливаться вниз. Вот так просто тянемся. Хорошо, закончили. Теперь левую руку на бедро. Левую руку на противоположное бедро. Правую руку за спину. Вот так, через спину, да, вот сюда. Угу. И назад скручиваемся. Руку здесь. Вот так. И скручиваемся назад. Можно в другую сторону. Ну, сейчас давайте, чтобы последовательно было в одну сторону. Хорошо. Теперь в другую сторону то же самое. Очень аккуратно, потому что мы сейчас воздействуем на позвоночник. Если чувствуешь, что дискомфортно, не надо сильно напрягать. Тихонько, потихоньку. Хорошо. Закончили. Теперь ноги вытянули вперед. Стопы вместе. Пальцы тянем к себе. Руками обхватили стопы. Да, максимально, сколько возможно. Спину выровняли, и спину ровненько. Да. И стараемся туловищем достать до бедра. И медленно вперед. Не вниз, а вперед тянемся. Одновременно тянем стопы к себе. Вот в таком режиме. Да. При этом все расслаблено. Дышим. Легко, спокойно. Вдох, выдох. Дышим. И тянемся вперед. Вперед, вперед. Легко, спокойно. Хорошо, закончим. Теперь правую ногу скрестили на левую ногу. Обеими руками обхватили стопы. Тянем к себе. Да, спину ровно. Вперед. Хорошо. Меняем ноги. Еще раз вперед. Еще. Фиксируем больше. Не надо много так амплитудно раскачиваться. Легко-легко. Раз. Зафиксировали до определенного положения, сколько вы сможете. Да, и фиксируем. Хорошо. Левую ногу вперед. Правую вперед согнули. Вперед, да. При этом вперед согнули. Вот так. При этом эта согнутая нога на полу постоянно находится. Да. Взяли стопу, вперед наклоняемся. Вперед, 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 вперед. Еще ниже. Колени сгибаем вытянутые левой ноги. Еще ниже. Тянем стопы. Хорошо. Теперь переходим. Вот так вот пристаем. Пристал. И переходим вперед. Вот так. И получается вот так вот. Садись назад. И вот так получилось. Вот такое положение. Понятно, да? Поехали. Раз, два. Вперед сели. Вперед наклоны. Тянем стопу. Хорошо. Ногу чуть-чуть назад. Да, вот так, чтобы она расслаблена. В сторону. В сторону сюда, да. Вниз. Вот в таком режиме, да. Спина ровненькая. Стараемся спину ровно держать. Расслабили. Еще ниже. Хорошо. На согнутую правую ногу. Обхватили согнутую колено руками, тянемся вниз туловища и скручиваемся. Назад скручиваемся. Скручиваемся в таком режиме. Вот так вот встали. Правую руку за спину. Левой рукой берем бедро. Согнутое колено. И вот так вот. Раз, раз. Хорошо. Правую ногу вперед, левую также вперед. Сюда вперед. Вперед наклоны. Тянем пальцем к себе. И стопы полностью. При этом спину держим ровно, колени не сгибаем. Надо стопу вот очень хорошо тянуть сюда. Вот так. Тогда у вас вытягивается полностью. То есть полностью нога растягивается очень хорошо. В сторону. Максимально ниже. Еще раз вперед. Мы сейчас не перешли. Вперед. Да. Перешли вперед. Перешли. То есть вот эта нога назад. Вот так раз, вперед сели, да, вот так. И еще раз вперед. Хорошо. Вперед, вперед пока. Вперед сюда. Еще ниже. Хорошо. Теперь в сторону. Да, вот так ниже. Руки прямо. Отлично. На согнутую ногу. И скручиваемся. Медленно, спокойно. Хорошо, закончили.